Сегодня партия ЛДПР планировала внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о химической кастрации педофилов. Если инициативу примут, то осужденных по статьям о сексуальном насилии за полгода до освобождения будут вводить гормональные препараты. Напомню, в прошлом году был одобрен закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Согласно документу, преступники должны получать максимальное наказание за повторные преступления в отношении несовершеннолетних.